especially those who are situated in well-to-do condition, must consider that whatever riches they have are gifts from the Supreme Personality of Godhead. Those riches should be utilized for the service of the Lord in sacrifices performed to please him. That is the way of utilizing wealth and opulence. No one can achieve wealth, opulence, good birth, beautiful body, or a nice education without the mercy of the Supreme Lord. Therefore, those who are in possession of such valuable facilities must acknowledge the gratefulness to the Lord by worshiping him and offering what they have received from him. When such acknowledgement is given, either by a family, nation, or society, their abode becomes almost like Vaikuntha, and it becomes free from the operation of the threefold miseries of this material world. Комментарий. Ману является прародителем человечества. Английское слово «ман» — человек, и санскритское «манушья» происходит от слова «ману». Богатым людям этого мира следует брать пример с ману, который считал свое царство и все свои сокровища даром Верховной Личности Бога, и потому постоянно занимался преданным служением Господу. Идя по стопам ману, его потомки, в особенности люди состоятельные и преуспевающие, должны считать все свои богатства даром Верховной Личности Бога. Эти богатства необходимо использовать в служении Господу, на проведение жертвоприношений, совершаемых для того, чтобы умилостивить его. Это единственное, на что следует употреблять свои богатства. Без милости Верховного Господа невозможно разбогатеть, родиться в знатной семье или получить красивую внешность и хорошее образование. Поэтому те, кто наделен этими дарами, в знак благодарности должны поклоняться Господу и приносить Ему в жертву все, что получили от Него. Когда люди одной семьи, нации или целого общества выражают Господу свою признательность, место, где они живут, превращается в Вайкунтху, и оттуда уходят три вида страданий, существующих в материальном мире. In the modern age of Krishna consciousness, did we read the purport yet? A little bit, right? No, yeah. No, it's not all. Yeah, okay, I gotta find a spot. Okay, when such acknowledgement is given either by family, nation, or society, their abode becomes almost like Vaikuntha, and it becomes free from the operation of the threefold miseries of this material world. In the material modern age, the mission of Krishna consciousness is for everyone to acknowledge the supremacy of Lord Krishna. Whatever one has in his possession must be considered a gift by the grace of the Lord. Everyone, therefore, should engage in devotional service through Krishna consciousness. If one wants to be happy and peaceful in his position, either as a householder or a citizen or a member of human society, one must promote devotional service for the pleasure of the Lord. Когда люди одной семьи, нации или целого общества выражают Господу свою признательность, место, где они живут, превращается в Вайкунтху, и оттуда уходят все три вида страданий, существующих в материальном мире. В современную эпоху миссия движения сознания Кришны состоит в том, чтобы убедить каждого в необходимости признать верховную личность, власть Господа Кришны. Чем бы ни владел человек, он должен считать все свои достояния даром Господа. Поэтому долг каждого из нас заниматься преданным служением сознания Кришны. Тот, кто хочет стать счастливым и установить мир в своей семье, стране или на всей земле, должен проповедовать преданное служение, стремясь доставить удовольствие Верховному Господу. Бархисматим нама вибу ям нирвиша самавасат тасьям правишто бабанам Tapatraya Vinashanam. Having entered the city of Barhishmati, in which he had previously lived,
Manu entered his palace, which was filled with the atmosphere that eradicated the three material miseries of material existence. Вступив в город Бархимшмати, где он жил раньше, Ману вошел в свой дворец, сама атмосфера которого избавляла от тройственных страданий материальной жизни. Yeah. There's more, right? Purport. The material world or material existence, life, is filled with threefold miseries. Miseries pertaining to the body and mind, miseries pertaining to the natural disturbances, and miseries inflicted by other living entities. Human society is meant to create a spiritual atmosphere by spreading the spirit of Krishna consciousness. The miseries of material existence cannot affect the status of Krishna consciousness. It is not that the miseries of the material world completely vanish when one takes to Krishna consciousness, but for one who is Krishna conscious, the miseries of material existence have no effect. Комментарий. Материальный мир или материальное бытие является обителью тройственных страданий. Страданий, которые приносят человеку его ум и тело, страданий, вызванных стихийными бедствиями, и страданий, причиняемых другими живыми существами. Предназначение человека – создать в мире духовную атмосферу распространения сознания Кришны. Тот, кто сознает Кришну, не подвержен страданиям материальной жизни. Are you finished? Okay. Yes. It is not that the miseries of material existence completely vanish when one takes to Krishna consciousness, but for one who is Krishna conscious, the miseries of material existence have no effect. We cannot stop the miseries of the material atmosphere, but Krishna consciousness is the antiseptic method to protect us from being affected by the miseries of material existence. For a Krishna conscious person, both living in heaven and living in hell are equal. How Swayambhuva Manu created an atmosphere wherein he was not affected by material miseries is explained in the following verses. Это не значит, что человек, сознающий Кришну, перестает испытывать материальные страдания. Страдания остаются, но они теряют над ним свою власть. Материальные страдания существуют и будут существовать всегда. Однако сознание Кришны является своего рода прививкой, которая защищает живое существо от их воздействия. Тому, кто обладает сознанием Кришны, все равно, где жить, и в аду, или в аду, или в раю. О том, каким образом Свайамбхуве Ману удалось создать атмосферу, которая защищала его от материальных страданий, будет рассказано в последующих стихах. Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayamupakadamayam Tadati Swapadantikam. Text number 33. Sabarya Sapraja Kaman Bubu Jay Jain Ya Virodata Sangi Yamana Satkirti Sastri B Suragayakai Pratyu Seshu Vanu Badena
Rida Srinvan Hare Kata. Emperor Swayambhuvu Manu enjoyed life with his wife and subjects and fulfilled his desires without being disturbed by unwanted principles, contrary to the process of religion. Principles contrary to the principles of religion. Celestial musicians and their wives sang in chorus about the pure reputation of the emperor. Early in the morning, every day, he used to listen to the pastimes of the Supreme Personality of Godhead with a loving heart. Текст 33. Император Свайамбхува Ману вместе со своей женой и подданными наслаждался жизнью, удовлетворял свои желания, не отступая от принципов религии. Мирное течение его жизни не нарушалось ничем, что противоречило этим принципам. Небесные музыканты вместе со своими супругами воспевали безупречную репутацию императора. И каждый день в ранние утренние часы он слушал рассказы об играх Верховной Личности Бога, которые так жаждало его любящее сердце. Human society is actually meant for realization of perfection in Krishna consciousness. There's no restriction against living with a wife and children. But life should be so conducted that one may not go against the principles of religion, economic development, regulated sense gratification, and ultimately liberation from material existence. The Vedic principles are designed in such a way that the conditioned souls who have come to this material existence may be guided in fulfilling their material desires, at the same time be liberated and go back home, back to Godhead. Истинное предназначение человека состоит в том, чтобы достичь совершенства сознания Кришны. Он может жить с женой и детьми, но при этом должен строить свою жизнь в соответствии с принципами религии, экономического преуспевания, регулируемого удовлетворения чувств и в конечном счете освобождения от плена материальной жизни. Ведические принципы формированы таким образом, что, руководствуясь ими, обусловленные души, которые пришли в материальный мир, могут исполнить свои материальные желания и вместе с тем обрести освобождение и вернуться домой к Богу. It is understood that Swayambhuva Manu enjoyed his household life by following these principles. It is stated here that early in the morning, there were musicians who used to sing with musical instruments about the glories of the Lord and the emperor and his family. Personally used to hear about the pastimes of the Supreme Person. This custom is still prevalent in India and some of the royal families and temples. Professional musicians sing with shanai, and sleeping members of the house gradually wake up from their beds in a pleasing atmosphere. During bedtime, also the singers sing songs in relation to the pastimes of the Lord with shanai accompaniment, and the householders gradually fall asleep, remembering the glories of the Lord. Из данного стиха явствует, что император Свайбува Ману вел семейную жизнь строго в соответствии с этими принципами. Здесь сказано, что ранним утром в царские покои приходили музыканты, которые под аккомпанемент музыкальных инструментов воспевали деяния Господа, и император вместе со своей семьей слушал повествование о играх Верховной Личности Бога. В некоторых царских домах и храмах Индии эта традиция жива и поныне. Профессиональные музыканты поют под аккомпанемент шахная, и домочадцы один за другим встают с постели в приятном расположении духа. А когда приходит время ложиться спать, музыканты в сопровождении шахная исполняют песни, рассказывающие
об икорах Господа, и члены царской семьи засыпают с мыслями о его славных деяниях. In every house, in addition to singing program, there's arrangement for Bhagavatam lectures. In the evening, family members sit down, hold Hare Krishna Kirtan, hear narrations from Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita, and enjoy music before going to bed. The atmosphere created by this Sankirtan movement lives in their hearts, and while sleeping, they also dream and singing in glorification of the Lord. In such a way, perfection of Krishna consciousness can be attained. This practice is very old, as learned from this verse in Srimad Bhagavatam. Millions of years ago, Swayambhuva Manu used to avail himself of this opportunity to live household life in peace and prosperity of a Krishna conscious atmosphere. В каждом доме, помимо музыкальных программ, каждый вечер также проходят чтение Бхагавата. Члены семьи собираются вместе, поют Хари Кришна, читают Шримад Бхагаватам или Бхагавадгиту, и прежде чем отойти ко сну, слушают музыку. Атмосфера, которую создает Санкиртана, проникает в их сердца, и во сне они продолжают петь и прославлять Господа. Так постепенно они достигают совершенства в сознании Кришны. Это очень древняя традиция, и как явствует из данного стиха, миллионы лет назад Свайамбхува Ману тоже проводил свои дни, наслаждаясь счастливой и спокойной семейной жизнью, протекавшей в атмосфере сознания Кришны. As far as temples are concerned, in each and every royal palace, a rich man's house, inevitably there is a nice temple, and the members of the household rise early in the morning and go to the temple to see the Mangal Artik ceremony. The Mangal Artik is the first worship in the morning. In the Artik ceremony, a light is offered in circles before the deities, as are conch shells and flowers and a fan. The Lord is supposed to rise early in the morning and take some light refreshment and give audience to the devotees. The devotees then go back to the house to sing the glories of the Lord in the temple. The early morning ceremony still takes place in Indian temples and palaces. Temples are meant for the assembly of the general public. Temples within palaces are especially for the royal families. But in many of these palace temples, the public is also allowed to visit. Что касается храмов, то при каждом царском дворце или богатом доме обязательно есть красивый храм, и все домочадцы, проснувшись утром, идут туда, чтобы присутствовать на церемонии Мангаларатрики. Мангаларатрика – это первая утренняя служба в храме. Во время церемонии Аратрики жрец круговыми движениями предлагает божеству огонь, раковину, цветы и веер. Господа пробуждает рано утром, и после легкого завтрака он предстает перед преданными. По окончании этой церемонии преданные возвращаются в дом или же остаются в храме и продолжают прославлять Господа. Даже в наше время утренняя служба проводится во всех храмах и дворцах Индии. Двери обычных храмов открыты для всех, и дворцовые храмы предназначены только для членов царской семьи, хотя во многие из них пускают и простых людей. The temple of the king of Jaipur is situated within the palace, but the public is allowed to assemble. If one goes there, he will see that the temple is always crowded with at least 500 devotees. After the Mangal Artik ceremony, they sit down together and sing the glories of the Lord with musical instruments and thus enjoy life. Temple worship of the royal family is also mentioned in Bhagavad Gita, where it is stated that those who fail to achieve success in bhakti yoga practices, principles within one life, are given a chance to take birth in the next life in a family of rich men or a royal family or family of learned brahmanas or devotees. If one gets to the opportunity to take birth in those families, he can achieve the facilities of Krishna consciousness atmosphere without difficulty. A child born in that Krishna atmosphere is sure to develop Krishna consciousness.
The perfection which he failed to attain in the last life is again offered in this life, and he can make himself perfect without fail. Nice. Храм царя Джайпура находится во дворце, но простые люди тоже могут прийти туда. Те, кто бывал в этом храме, знают, что в нем все время находится не менее 500 преданных. Когда Мангаларати заканчивается, преданные нас садятся вместе и под аккомпанемент музыкальных инструментов прославляют Господа. Таким образом наслаждаются жизнью. О храмовом поклонении в царских семьях упоминается также Бхагавадгита, в которой сказано, что те, кому не удалось постичь цели бхакти-йоги в течение одной жизни, в следующий раз рождаются либо в богатой, либо в царской семье, или же в семье ученых брахманов и преданных. Те, кому посчастливилось явиться на свет в таких семьях, с самого рождения пользуются всеми преимуществами, царящей в них атмосферы сознания Кришны. Ребенок, растущий в такой атмосфере, непременно разобьет в себе сознание Бога. В этой жизни ему представляется возможность достичь совершенства, которого он не сумел обрести в прошлой жизни, и ничто не сможет помешать ему воспользоваться этой возможностью. Нишнатам йогмаяясу муним свайабхуваманум яд абрамшаямитам бога на шейт кур Бхагават Парам. Thus Swayambhuvamanu was a saintly king. Although absorbed in material happiness, he was not dragged to the lowest grade of life, for he always enjoyed the material happiness and the Krishna conscious atmosphere. Свайамбхуваману принадлежал к числу благочестивых царей. Хотя он и был поглощен материальными удовольствиями, он не опустился на дно жизни, ибо наслаждался материальным счастьем и в атмосфере, проникнутой сознанием Кришны. The kingly happiness of material life generally drags one to the lowest grade of life, namely degradation to animal life, because of unrestricted sense enjoyment. But Swayambhuvamanu was considered as good as a saintly king, because the atmosphere created in his kingdom and home was completely Krishna conscious. The case is similar with the conditioned souls in general. They have come to this material world for sense gratification, but they are able to create a Krishna conscious atmosphere as depicted here or as predicted in revealed scriptures by temple worship and household deity worship. Then in spite of their material enjoyment, they can make advancement in pure Krishna consciousness without a doubt. Материальные наслаждения царской жизни зачастую приводят царя к деградации. Имея неограниченные возможности для удовлетворения своих чувств, он опускается до уровня животного. Однако Свайамбхуваману причисляют к святым мудрецам, потому что в его государстве и его доме царила атмосфера сознания Кришны. В аналогичной ситуации находятся все живые существа. Обусловленные души приходят в материальный мир, чтобы удовлетворять свои чувства. Но если они, поклоняясь божеству в храме или дома, создадут вокруг себя атмосферу сознания Кришны, как описано здесь и как предписывает шастры, то даже наслаждаясь материальной жизнью, они вне всякого сомнения смогут достичь уровня чистого сознания Кришны. Вау. At the present moment, modern civilization is too much attached to material way of life or sense gratification. Therefore, the Krishna conscious movement can give the people in general the best opportunity to utilize a human life in the midst of material enjoyment. Krishna consciousness does not stop them in their propensity for material enjoyment, but simply regulates their habits in the life of sense enjoyment. In spite of their enjoying the material advantages, they can be liberated in this very life by practicing Krishna consciousness, by the simple method of chanting the holy names of the Lord, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Современные люди очень сильно привязаны к материалистическому образу жизни, то есть к чувственным наслаждениям. Но движение сознания Кришны предоставляет людям возможность исполнить миссию человеческой жизни, не отказываясь от материальных удовольствий. Сознание Кришны не требует от человека полностью подавить себе стремление к материальным наслаждениям. Оно просто упорядочивает его привычки в сфере чувственных наслаждений. Даже продолжая наслаждаться материальными благами, человек уже в этой жизни имеет возможность обрести освобождение, если разобьет в себе сознание Кришны, и сделать это можно с помощью простого метода, повторяя святые имена Господа. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Аятта ямастасьясам ямаха ямаха свайантара япанаха шинвито джаято вишно курвато брувитаката. Consequently, although his duration of life gradually came to an end, his long life consisting of Manvantara era was not spent in vain, since he ever engaged in hearing, contemplating, writing down, and chanting the pastimes of the Lord. Несмотря на то, что его жизнь, которая длилась одну манвантару, постепенно подошла к концу, он прожил ее не напрасно, ибо неустанно воспевал и описывал деяния Господа, слушал и размышлял о них. Consequently, as freshly prepared food is very tasteful, but if kept for 3 or 4 hours before it becomes stale and tasteless, so the existence of material enjoyment can endure as long as life is fresh. But at the fag end of life, everything becomes tasteless and everything appears to be vain and painful. The life of Emperor Swayambhuva Manu, however, was not tasteless. As he grew older, his life remained as fresh as in the beginning, because of his continued Krishna consciousness. The life of a man in Krishna consciousness is always fresh. It is said that the sun rises in the morning and sets in the evening, and its business is to reduce the duration of everyone's life. But the sunrise and sunset cannot diminish the life of one who engages in Krishna consciousness. Комментарий. Пища, которую только что сняли с огня, кажется нам особенно вкусной, а постояв 3 или 4 часа, она утрачивает свою свежесть и вкус. Так и материальные наслаждения доставляют человеку удовольствие только пока он молод. В преклонные лета материальное существование кажется ему безвкусным, бессмысленным и обременительным. Однако для императора Ману жизнь не утратила своей привлекательности, он старел, но его жизнь так и в былые годы сохранила свежесть и новизну, потому что протекала в атмосфере сознания Кришны. Для человека, обладающего сознанием Кришны, жизнь никогда не утрачивает прелести новизны. Говорится, что с каждым восходом и каждым закатом солнце сокращает жизнь всех живых существ. Однако восходы и заходы солнца не влияют на продолжительность жизни человека, занятого деятельностью в сознании Кришны. Swayambhuva's mana life did not become stale after some time, for he engaged himself in always chanting about and meditating upon Lord Vishnu. He was the greatest yogi because he never wasted his time. It's especially mentioned here, Vishnu, Kurvato,
Bruvatakataha. When he talked only about Krishna and Vishnu, the personality of Godhead. When he heard something, it was about Krishna. When he meditated, it was about Krishna and his activities. Жизнь Свамбу Ваману, даже подходившая к концу, не тяготила его, так как он постоянно воспевал величие Господа Вишну и размышлял о нем. Он был величайшим йогом, потому что ни на минуту не тратил время зря. Он об этом сказано в данном стихе. Когда он говорил, то говорил только о Кришне и Вишну, личности Бога. Когда слушал, то слушал только рассказы о Кришне, а когда размышлял, размышлял только о Кришне и его деяниях. It stated here that his life was very long, 71 yugas. One yuga is completed in 4,320,000 years. 71 such yugas is the duration of life of a manu, and 14 such manus come in one day of Brahma. For the entire duration of his life, 4,320,000 times 71, manu engaged in Krishna consciousness by chanting, hearing, talking about, and meditating upon Krishna. Therefore, his life was not wasted, nor did it become stale. Здесь сказано, что Свамбу Ваману прожил очень долгую жизнь, которая длилась 71 югу. Одна юга составляет 4,320,000 лет. И каждый ману живет 71 югу. Так что за день Брамы сменяется 14 ману. На протяжении всей своей жизни, то есть в течение 71 умноженное на 4,320,000 лет, ману занимался деятельностью в сознании Кришны, прославляя Господа, слушая и пересказывая повествование о деяниях Кришны и медитируя на него, поэтому его жизнь была прожита не зря. И даже когда он постарел, не утратила для него своей привлекательности. Са эвам свантарам нинье юганам экасаптаним васудева прасангена парибута гатистрая. He passed his time, which lasted 71 cycles of the four yugas, 71 times 4,320,000, always thinking of Vasudeva and always engaged in matters regarding Vasudeva. Thus he transcended the three destinations. Он прожил свою жизнь, длившуюся 71 цикл из четырех юг, 71 умноженное на 4,320,000 лет. Беспрестанно думая о Васудеве и посвящая ему все свои действия, так он возвысился над тремя целями жизни. The three destinations are meant for persons who are under control of the three modes of material nature. These destinations are sometimes described as the awakened, dreaming, and unconscious stage. And that's interesting. In Bhagavad Gita, the three destinations are described as the destinations of persons in the mode of goodness, passion, and ignorance. It is stated in the Gita that those who are in the mode of goodness are promoted to higher living conditions and higher planets, and those who are in the mode of passion remain within this material world on the earth or on heavenly planets, but those who are in the mode of ignorance are degraded to an animal life on planets where or on planets where life is lower than human. Три цели, упомянутые в этом стихе, предназначены для людей, которые находятся под влиянием трех гун материальной природы. Эти цели иногда определяют как бодрствование, сон и бессознательное состояние. В Бхагавадгите под тремя целями понимают то, к чему стремится и куда попадают люди, находящиеся под влиянием гун благости, страсти и невежества.
В Гите говорится, что люди в гуне благости поднимаются на высшие планеты, где условия жизни гораздо лучше земных. Те, кто находится в гуне страсти, остаются в материальном мире на планетах земного типа или достигают райских планет. А люди в гуне невежества деградируют животные формы жизни и рождаются на планетах, населенных низкоорганизованными существами. When Krishna consciousness is above these three modes of material nature, it stated in Bhagavad Gita that anyone who engages in devotional service to the Lord automatically becomes transcendental to the three destinations of material nature and is situated in the Brahma Bhuta Bhagavatam 4:30-20. That one is we'll go back to it because that verse is mentioned so many times. Our self-realized stage. Although Swayambhuva Manu, the ruler of the material world, appeared to be absorbed in material happiness, he was neither in the mode of goodness nor in the mode of passion or ignorance, but in the transcendental stage. Однако человек, обладающий сознанием Кришны, поднимается над гунами материальной природы. В Бхагавад-гите сказано, что каждый, кто занимается преданным служением Господу, возвышается над материальной природой и достигает уровня Брахмабуты, то есть постигает свою духовную природу. Несмотря на то, что Свайамбхува Ману правил материальным миром и был как будто поглощен материальным счастьем, он не имел никакого отношения к гунам благости, страсти или невежества, всегда пребывая на трансцендентном уровне. Always engaging in activities of devotional service. This is the Bhagavatam 4:30-20, which is referred to many times in the purports. So I thought we'd go over it. I'm getting a call, so I have to cut off for a minute. Okay. Always engaging in activities of devotional service, devotees feel ever increasingly fresh and new in all their activities. The all-knower, the super soul within the heart of the devotee, makes everything increasingly fresh. This is known as the Brahman position by the advocates of the absolute truth. In such a liberated stage, Brahmabhuta, one is never bewildered, nor does one lament or become unnecessarily jubilant. This is due to the Brahmabhuta situation. That's Bhagavatam 4:30-20. Can read it? Bhagavad Gita. Yes, I'm reading. В Бхагавад-гите сказано, что каждый, кто занимается преданным служением Господу, возвышается над материальной природой и достигает уровня Брахмабуты, то есть постигает свою духовную природу, несмотря на то, что Свайамбхува Ману правил материальным миром и был как будто поглощен материальным счастьем. Он не имел никакого отношения к гунам благости, страсти или невежества, всегда пребывая на трансцендентном уровне. And then that's also in Bhagavad Gita, in Asochati Nakankshati, Brahmabhuta Prasanatman Asochati Nakankshati. Same thing in the Bhagavad Gita, famous verse. Okay, so back to this one. A devotee is inspired by the super soul within the heart to advance in devotional service in the variety of ways. The devotee does not feel hackneyed or stereotyped, nor does he feel that he is in stagnant position. In the material world, if one engages in chanting the material name, he will feel tired after chanting a few times. However, one can chant the Hare Krishna Maha Mantra all day
and night and never feel tired. As chanting is increased, it will come out new and fresh. Srila Rupa Goswami said that if he could somehow get millions of ears and tongues, he would relish spiritual bliss by chanting the Hare Krishna Maha Mantra. There's nothing really uninspiring for a highly advanced devotee. In Bhagavad Gita, the Lord says that he is situated in everyone's heart, that he helps the living entity forget and remember. By the grace of the Lord, the devotee gets inspiration. I'll be right back. I'm probably back before you finish. Марат сейчас отошел, но и я дочитаю комментарии, потому что я не очень поняла, где читал Марат, если честно. Но я дочитаю комментарии этого, к этому тексту в 36-м. Таким образом, тот, кто посвятил свою жизнь преданному служению, уже достиг освобождения. Великий преданный Господа Билвамангала Такур говорил: когда моя преданность лотосным стопам Господа безраздельна и непоколебима, мать освобождения беспрестанно служит мне, и любые блага из сферы материальных наслаждений, религиозной деятельности, экономического развития всегда к моим услугам. Люди главным образом стремятся к дарме, артхи, каме и мокше. Большинство из них совершает религиозные ритуалы во имя постижения какой-либо материальной цели и занимается материальной деятельностью ради удовлетворения собственных чувств. Тот, кто полностью разочаровался в материальных наслаждениях, начинает стремиться к освобождению и слиянию с абсолютной истиной. Эти четыре принципа лежат в основе трансцендентного пути, который избирают не слишком разумные люди. По-настоящему разумный человек занимается деятельностью в сознании Кришны, не обращая внимания на четыре цели, к которым стремятся те, кто идет этим путем. Такой человек сразу достигает трансцендентного уровня, который неизмеримо выше освобождения. В глазах преданного даже освобождение не является большим достижением, не говоря уже о результате, который приносит ритуальная деятельность в сфере религии, экономического благополучия или чувственное наслаждение. Все это не может прельстить преданных, которые постоянно находятся на трансцендентном уровне Брахма-Бхуты, уровне самосознания.
there's the verse. Tesham satyata yuktanam bhajitam priti purvakam tadami buddhi yogam tam yenamam upayanti te. Those who are constantly devoted and worship me with love, I give the understanding by which they can come to me. Bhagavad Gita 10:10. Seed verse. Excuse me. Which Bhagavad Gita is it? 10:10. It's right 10, in 10. The purport. It's right in the purport. No, in Russian they not given which chapter okay. In Bhagavad Gita is 10:10. Mm-hmm. Okay. Тех, кто постоянно служит мне с любовью и преданностью, я наделяю разумом, который помогает им прийти ко мне. Бхагавад-гита 10:10. Which verse are we on in the Bhagavatam? We finished 36. Now it's 37. Finished 36. Yeah. I read for part till end. Maybe you want to read it. Okay. Again, it refers to that Bhagavatam verse. Okay. Sharira manasa dvivya vayase ye chamanu saha bhoti kascha katam klesha bad Dante Hari Samshayam. Therefore, O Vidura, how can persons completely under the control shelter of Lord Krishna in devotional service be put into miseries pertaining to the body, mind, and nature, and other men and other living entities? Поэтому, Vidura, как могут люди, которые полностью посвятили себя преданному служению и находятся под покровительством Господа Кришны, оказаться во власти страданий, причиняемых телом, умом, природой, другими людьми или другими живыми существами. Purport. Every living entity within this material world is always afflicted by some kind of miseries pertaining either to the body, the mind, or natural disturbances. Distress is due to cold in winter and severe heat in summer, always inflict miseries on the living entities in this material world. But one who has completely taken shelter of the lotus feet of the Lord in Krishna consciousness is in the transcendental stage. He's not disturbed by any miseries, either due to the body, the mind, or natural disturbances of summer and winter. He is transcendental to all these miseries. Комментарий. В материальном мире каждое живое существо постоянно испытывает те или иные страдания. Причиной этих страданий может быть собственное тело, ум или силы природы. Лютые зимние морозы и палящий летний зной являются для живых существ источником непрекращающихся страданий. Но тот, кто нашел прибежище под сенью лотосных стоп Господа и обрел сознание Кришны, возвышается над всеми страданиями материальной жизни. Страдания, которые причиняют человеку тело, ум, зимняя стужа и летний зной, не могут потревожить его, ибо он недосягаем для материальных страданий.
38. Я Христо Муниби Праха. Дармам Нана Видан Чабум. Урнам Барна Шамам Ча. Сарвабута Хите Сада. In reply to a question asked by certain sages, he, Swayambhuna Manu, out of compassion for all living entities, taught the diverse sacred duties of men in general in different varnas and ashrams. Текст 38. Отвечая на вопросы мудрецов, он, Свайамбхува Ману, из сострадания ко всем живым существам рассказал о религиозных обязанностях, которые должны исполнять все люди, и об особых обязанностях, возложенных на представителей различных варн и ашрамов. Next text. Etattuari rajasya manos charitam adbhutam. Varnitam varnaya varnain iyasya. Tad atat yodayam shanu. I have spoken to you of the wonderful character of Swayambhuva Manu, the original king, whose reputation is worthy of description. Please hear now I speak of the flourishing of his daughter, Devahuti. Thus in the Bhaktivedanta purport, the third canto, 22nd chapter, Srimad Bhagavatam, entitled The Marriage of Kardama Muni and Devahuti. Я поведал тебе об удивительных качествах Свайамбхувы Ману, первого императора Земли, ибо его деяния достойны того, чтобы быть воспетыми. А теперь выслушай, пожалуйста, мой рассказ о счастливой судьбе его дочери, Девауты. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты в 22 главе 3 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Женитьба Кардама Муни на Девауте». So it seems like the marriage was, there was no yagya or anything. He just left his daughter there and that's it. He didn't mention any kind of, you know, priest coming or anything. Такое чувство, что не было ни яги, никакой, никто не пришел их бы поженить там, а он просто привел туда дочку и оставил его там, как бы поженили. Maitreya Vach, this next chapter, Devahuti's lamentation. Any questions or comments on the previous chapter? You're also submitted. Мы начинаем 23 главу сетования Девахути. Есть какие-то вопросы или комментарии по предыдущей главе, может, у кого-то? Okay. I hope it seems like you're all listening attentively, or else you're not really there. Maitreya Vacha Pitribhyam Pristite Sadvi Patim Ingita Kovida Nityam Paryat Charat Pritya Bhavaniva Bhavan Prabhum. Maitreya continued, after the departure of his parents, the chaste woman Devahuti could understand the desires of her husband, served him constantly with great love, as Bhavani, the wife of Lord Shiva, serves her husband. Матрея продолжал.
После отъезда родителей добродетельная Девагути с огромной любовью и преданностью служила мудрецу, предупреждая все его желания, как служит своему мужу Бавани, супруга Господа Шивы. Purport. The specific example of Bhavani is very significant. Bhavani means the wife of Bhava, our Lord Shiva. Bhavani, or Parvati, the daughter of the king of Himalaya, selected Lord Shiva, who appears to be just like a beggar, as her husband, in spite of her being a princess. She undertook all kinds of tribulations to associate with Lord Shiva, who did not even have a house, but was sitting underneath the trees and passing his time in meditation. Although Bhavani was a daughter of a very great king, she used to serve Lord Shiva just like a poor woman. Similarly, Devahuti was the daughter of an emperor, Swayambhuva Manu, yet she preferred to accept Kardava Muni as her husband. Комментарий. Пример с Бавани, приведенный в этом стихе, заслуживает особого внимания. Бавани значит жена Бавы, Господа Шивы. Бавани или Парвати, дочь царя Гималаев, выбрала мужья Господа Шивы, который ведет нищенский образ жизни. Несмотря на то, что сама Бавани была дочерью царя, она делила все тяготы жизни со своим супругом, Господом Шивой, у которого не было даже дома, и который проводил свои дни медитации, сидя под деревом. Бавани, дочь великого царя, служила Господу Шиве совсем как бедная служанка. Точно так же Девагути, которая была дочерью императора Свайамбхува Ману, решила выбрать себе в мужья Кардама Муни. She served him with great love and affection, and she knew how to please him. Therefore, she is designated here as Sadvi, which means a chaste, faithful wife. Her rare example is the ideal of Vedic civilization. Every woman is expected to be as good and chaste as Devahuti or Bhavani. Today in Hindu society, unmarried girls are still taught to worship Lord Shiva with the idea that they may get hundreds of husbands like him. Lord Shiva is the ideal husband, not in the sense of riches or sense gratification, but because he is the greatest of all devotees, Vaishnavanam Yata Shambhu. Shambhu, or Lord Shiva, is the ideal Vaishnava. He constantly meditates upon Lord Rama and chants Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari. Lord Shiva has a Vishnu Swami Sampradaya, which is called the Vishnu Swami Sampradaya. Unmarried girls worship Lord Shiva so they can expect a husband who is as good a Vaishnava as he is. Она служила мужу с любовью и преданностью и знала, как угодить ему. Поэтому здесь ее называют Садви, что значит целомудренная верная жена. Редкие добродетели, которыми обладала Девагути, делают ее идеальной ведической женщиной. Каждая женщина должна быть такой же целомудренной и добродетельной женой, какими были Девагути и Бавани. Даже сегодня в индуистских семьях незамужние девушки по традиции поклоняются Господу Шиве, надеясь получить такого мужа, как он. Господь Шива является идеальным мужем, но не потому, что может принести жене огромные богатства или предоставить ей все возможности для удовлетворения чувств, а потому что он величайший преданный Верховного Господа. Вишнаванам Ядха Шамбу. Шамбу, или Господь Шива, является идеальным вайшнавом. Он постоянно медитирует на Господа Раму, повторяя Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Господь Шива стоит во главе одной из вайшнавских сампрадай, которая носит имя Сампрадая Вишну с вами. Незамужние девушки поклоняются Господу Шиве, надеясь, что их муж будет таким же совершенным вайшнавом, как он.
The girls are not taught to select a husband who is very rich or very opulent for material sense gratification. Rather, if a girl is fortunate enough to get a husband as good as Lord Shiva in devotional service, her life becomes perfect. The wife is dependent on the husband, and if the husband is Vaishnava, naturally she shares the devotional service to the husband because she renders him service. The reciprocation of service and love between husband and wife is the ideal of householder's life. В традиционных индусских семьях девушек учат, что мужья следует выбирать не того, кто богат или обладает неограниченными возможностями для чувственных наслаждений, а напротив, считается, что самая большая удача для девушки выйти замуж за такого же великого преданного, как Господь Шива, ибо тогда ее жизнь будет совершенной. Жена во всем зависит от своего мужа, и если муж является вайшнава, то, служа своему мужу, она вместе с ним занимается преданным служением Господу. Подобные отношения между мужем и женой основаны на взаимном служении, и любви представляет собой идеал семейной жизни. Вишвамбара бенатма сочена горавена дамена ча Сушрусая суридена вача мадурая чабо. О Видура, Девахути served her husband with intimacy and great respect, with control over the senses, with love and with sweet words. О Видура, служа мужу Девахути, находилась с ним в очень близких отношениях. И в то же время глубоко почитала и любила его, была с ним сдержана и услаждала его слуг ласковыми речами. Purport. Here two words are significant. Devahuti served her husband in two ways: Vishvambhena and Gauravena. These are two important processes in serving the husband or the Supreme Personality of Godhead. Vishvambhena means with intimacy, and Gauravena means with great reverence. The husband is a very intimate friend, therefore the wife must render service just like an intimate friend. At the same time, she must understand that the husband is superior in position, and thus she must offer him all respect. A man's psychology and woman's psychology are different. As constituted by bodily frame, a man always wants to be superior to his wife, and a woman is bodily constituted is naturally inferior to the husband. Thus, the natural instinct is that the husband wants to post himself as superior to the wife, and this must be observed. Even if there is some wrong on the part of the husband, the wife must tolerate it, and thus there will be no misunderstanding between husband and wife. В этом стихе особого внимания заслуживает два слова. Девахути служила мужу, испытывая к нему два чувства – Вишрамбена и Гауравена. Служение мужа, так же, как и служение Верховной Личности и Бога, эти два принципа имеют первостепенное значение. Вишрамбена значит «доверительно», находясь в близких отношениях, а Гауравена – «благоговение». Муж является самым близким другом женщины, и потому жена должна служить ему, как близкий друг. Но в то же время когда всегда должна помнить о том, что муж выше ее по положению, и, зная это, оказывать ему должное почтение. Мужская психология отличается от женской. Сама конституция мужчины навязывает ему желание господствовать над женщиной, а женщина по своей конституции склонна подчиняться мужу. Повинуясь врожденному инстинкту, муж стремится утвердить свое главенствующее положение в семье. И этот порядок следует неукоснительно соблюдать. Даже если муж в чем-то не прав, жена не должна перечить ему, и всегда между супругами, и тогда между супругами никогда не возникнет разногласий. Even if there is some wrong on the part of the husband, the wife must tolerate it. Thus, there will be no misunderstanding between husband and wife.
That's an important one. I want to comment and read it. Даже если муж в чем-то не прав, жена не должна перечить ему. И тогда между супругами никогда не возникнет разногласий. Это очень важное высказывание. Поэтому Марась хотел его подчеркнуть. So these are important instructions for householders or aspiring householders. Это очень важные инструкции для домовладельцев, для, ну, в принципе, для греха, для тех, кто в этом ашрам. Unfortunately, in Kali Yuga, many men take advantage of these things, and even they're abusive to the wife. They say, "No, the scripture says you have to tolerate, no matter what I do." It doesn't mean that. If the man is very abusive, or, you know, doesn't support the wife, you know, mistreats the children, then that doesn't mean that you just have to tolerate it. В современном мире эти фразы, к сожалению, иногда мужьями воспринимаются как бы с точки зрения злоупотребления. Они злоупотребляют, то есть они говорят, вот там написано, что ты должна терпеть, и они могут издеваться и вести себя неправильно и некрасиво по отношению к супруге. Но это совершенно не это имеется в виду. This is something that not only in, from the Veda, from the Bible, you know, men think that the wife has to just is like a slave or something, but there's supposed to be intimacy also, friendship. Это воспринимается, что мужчина берет жену как рабыню, но это не так. Это должно быть, тут должна быть интимное отношение и должна быть дружба между женой и мужем. So like Arjuna said, Krishna, you should tolerate me like a friend tolerates a friend, or a mother tolerates a baby kicking or spitting on her, you know. Арджуна сказал Кришне, ты меня должен терпеть, потому что я твой друг. И так же, как мать, она терпит своего ребенка. But if the so-called friend steals your money and steals your wife, you're not supposed to tolerate that and think, oh, it's okay, he's my friend. He's not your friend, right? So, you know, there's a line to be drawn. Но если этот так называемый друг у тебя крадет деньги или крадет твою жену, то он не является твоим другом. И это терпеть нельзя. Okay. Vishvambena means intimacy, but it must not be familiarity that breeds contempt. According to the Vedic civilization, the wife cannot call her husband by name. She says Prabhu. In the present civilization, the wife calls her husband by name or many other nasty things, but in Hindu civilization, she does not. This is thus the inferiority and superiority complex is recognized. But also the husband is supposed to call the wife not by name either. The wife calls the husband Prabhu, and the husband calls the wife Devi. Devi. Recognizing that Krishna's in her heart. Вишамбена значит находиться в близких отношениях. Однако близость между супругами не должна переходить в фамильярность, порождающую пренебрежение. Согласно обычаям ведической цивилизации, женщина никогда не должна обращаться к мужу по имени. В индийском обществе мужа жена называет прабу, а жену муж называет деви.
он тем самым дает понять, что он признает, что в ее сердце есть Господь. The manacha, a wife has to learn to control herself even if there's a misunderstanding. Suridena vacha madhuraya means always desiring good for the husband and speaking to him with sweet words. A person becomes agitated by so many material contacts in the outside world. Therefore, in his home life, he must be treated by his wife with sweet words. В современном обществе жена называет мужа по имени, но у индусов это считается недопустимым. Таким образом, признается превосходство одних в зависимости от других. Доменача, жена, должна научиться сдержанности и не давать воли своим чувствам даже в случае каких-то разногласий с мужем. Саухридена вача мадурая значит желать мужу добра и говорить с ним ласково. Материальные отношения, в которых мужчине приходится вступать за порогом своего дома, причиняют ему множество беспокойств, поэтому дома жена должна встречать его ласковыми речами. And the husband should be good also. That the thing is that people just keep saying the wife has to be good, the wife, but the, you know, men will say you have to be like Sita and tolerate everything. If the husband's like Ram, the wife will be like Sita automatically, because that's her nature. But if the husband's bad, mistreats, never nice, then, you know, the wife is very difficult to just be nice all the time. Both have to be nice. Это не значит, что только относится все это к жене, что она должна быть ласковой и с ласковыми речами. А также и муж должен свои обязанности выполнять. Он, если вы хотите, чтобы жена была как Сита, то муж должен быть как Рама. У него должны быть те же качества. И оба должны быть ласковыми, оба должны быть уважительно относиться друг к другу. Utsrijya kamam dambam cha dvesham lobam agam madam apramato jata nicham tejiyamsam atoshayat. Working sanely and diligently, she pleased her very powerful husband, giving up all lust, pride, envy, greed, sinful activities, and vanity. Трудясь разумно и прилежно, она избавилась от вожделения, гордости, зависти, алчности, греха и тщеславия и тем самым заслужила благосклонность своего могущественного мужа. Here are some of the qualities of a great husband's great wife. Great husband, see. Gardama Muni was a great spiritual qualification. Such a husband is called Tejiyamsam, most powerful. Although a wife may be equal to her husband in advancement in spiritual consciousness, she should not be vainly proud. Sometimes it happens that the wife comes from a very rich family as the Devahuti, the daughter of the emperor Swayambhuvamanu. She could have been very proud of her parentage, but that is forbidden. The wife should be proud of her, not be proud of her parental position. She must always be submissive to the husband and must give up all vanity. As soon as the wife becomes proud of her parentage, her pride creates great misunderstanding between the husband and the wife, and the nuptial life is ruined. Здесь перечислены некоторые качества, которыми должна обладать жена великого человека, чтобы быть достойной своего мужа. Достигнув духовного совершенства, Кардама Муни стал великой личностью. Такого мужа называют Теджиямсам, самым могущественным. Хотя жена может находиться на том же уровне духовного развития, что и муж, она никогда не должна гордиться собой.
Иногда жена происходит из очень богатой семьи, как было с Девагути, дочерью императора Саямбувы Ману. Девушке ее происхождения легко возгордиться, но это абсолютно недопустимо. Жена ни в коем случае не должна гордиться знатностью своих родителей. Она должна расстаться с тщеславием и быть всегда и во всем послушной мужу. Стоит жене возгордиться своим происхождением, как эта гордость станет причиной разногласия между супругами, что отравит их совместную жизнь. Devahuti was very careful about that. Therefore, it is said that she gave up pride completely. Devahuti was not unfaithful. The most sinful activity for a wife is to accept another husband or another lover. Chanakya Pandit has described four kinds of enemies at home. If the father is in debt, he is considered to be an enemy. If the mother has selected another husband in the presence of her grown-up children, she is considered to be an enemy. If a wife does not live well with her husband, but deals very roughly, then she is an enemy. And if a son is a fool, he is also an enemy in family life. Father, mother, wife, and children are assets. But if a wife or mother accepts another husband in the presence of her husband or son, then according to Vedic civilization, she is considered an enemy. A chaste and faithful woman must not practice adultery. That is a greatly sinful act. Девагути очень боялась этого, поэтому в данном стихе говорится, что она полностью избавилась от гордости. Девагути была верной женой. Самый большой грех, который может совершить жена, это выйти замуж за другого или завести любовника. Чанакья Пандит говорит, что о четырех врагах, которые подстерегает человека в собственном доме. Таким врагом становится погрязший в долгах отец, мать, которая при взрослых детях выбирает себе другого мужа. Жена, которая не ладит с мужем и груба с ним, и глупый сын. Отца, мать, жену и детей считают богатством грехатским. Но если жена или мать при живом муже или сыне выходит замуж за другого, то по законам ведической цивилизации она становится врагом семьи. Добродетельная и верная жена никогда не должна изменять мужу, потому что, изменяя мужу, женщина совершает великий грех. Okay. Thank you very much. Спасибо. All glories to Prabhupada. Tomorrow you have your big heart, your kirtan program. So you won't be there? I won't. I mean, I'd like to be there. Planning to come soon, but I keep, one more thing, One more tooth to fix, and the dentist always out of state. All right. Hare Krishna. Thank you all very much. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, Hare. Thank you very much. Hare Krishna. Но хинит и хост.